Теперь на практические занятия студенты педагогического колледжа ходят с еще большим интересом. То, что еще год назад преподаватели объясняли студентам, что называется, на пальцах, сейчас можно увидеть и изучить на практике. Благодаря гранту Министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в колледже в скором времени появится 5 новых мастерских. За последние 2 года колледж выиграл 2 гранта Министерства просвещения Российской Федерации. В 2017 году грант на создание ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования Брянской области. В 2019 году на создание 5 современных мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы». К декабрю необходимо не только закупить все специальное оборудование, полностью переоснастить 5 мастерских, но и провести брендирование помещений, разработать образовательные программы. Большую часть работ уже провели. Уже разработаны пакет документов, программ рабочих и основных профессиональных, и дополнительного образования. И договоры заключены по сетевому взаимодействию с другими образовательными учреждениями. Закуплено оборудование. Теперь в педколледже появилось новейшее оборудование, о котором мечтают многие учебные заведения. Это и так называемая интерактивная песочница, в которой виртуальная реальность позволяет изучать текстуры природных объектов – морей, рек, гор, вулканических пород, водопадов, а также ознакомиться с основами арифметики, биологии, физики и других предметов. Или, к примеру, мультимедийный стол, который в одночасье может преобразиться в лабораторию, географическую карту, либо учебник по любому из предметов, а еще интерактивные панели, лабораторный комплекс для коррекционной педагогики, роботизированные площадки и много других объектов. Сегодня это не игрушки, а необходимый инструмент и своего рода ключ к развитию талантов ребенка. Уже сегодня, благодаря гранту, колледжу удалось расширить перечень специальностей. В этом году в учебном заведении открыты сразу 3 новых направления. Специальное дошкольное образование, коррекционная педагогика в начальном образовании, а также право и организация социального обеспечения. Марина Маслова, Евгений Седачев, «Вести Брянск».